временно, да, то есть те, кто уже подольше борд директора, те уже заработали миллионы, вот, поэтому можно так это говорить, потому что инкрузес – это действительно идея на миллион. Это действительно сейчас это можно заработать здесь миллион. И если кому интересно, как это можно заработать, то тогда добро пожаловать в наш клуб и добро пожаловать на нашу презентацию. Но прежде чем я начну, я хотела бы спросить, здесь есть новички? Новички есть? У кого музыка мешает? Музыка ни у кого нету музыки. Музыка остановлена, нету музыки. Это у вас еще что-то там идет? Может перезагрузить вас? Так, есть новички. Единички поставьте. Вы как у нас, как первокласснички, да? Вот, да, есть. Я всегда говорю, что мне приятно проводить презентации, когда есть новички. Замечательно, очень хорошо и прекрасно. Ну, тогда разрешите представиться. Меня зовут Диана Борщенко. Я являюсь борд-директором компании Incruises. В компании я уже больше, чем 3,5 года, скоро начну говорить 4 уже года. Была в путешествиях круизных, естественно, поэтому могу уже, как говорится, с чистой совестью рассказать, что это такое. Ну и, конечно же, эта жизнь моя разделилась на до инкрузес и после инкрузес, потому что это совершенно другое качество жизни, это совершенно другая жизнь в целом, потому что это путешествия, это новые люди, это новые знакомства, это новые единомышленники, вот люди, которые любят эти путешествия, любят открывать этот мир, которые открыты для этого мира. И это совершенно другое общение с этими людьми, и, соответственно, здесь доходы, которые... И я вышла на определенный доход, и люди, которые приходят, партнеры наши, которые здесь уже вышли на ранги, на статусы, которые также зарабатывают здесь хорошие комиссионные, хорошие чеки. И сегодня я хотела бы рассказать новичкам, чтобы они увидели для себя эту возможность, как даже сейчас, в этот кризисный момент, когда мы на карантине, как можно, не выходя из дома, зарабатывать миллионы долларов. И я надеюсь, что вы это увидите и не будете долго думать, потому что успешные люди принимают решения быстро и сразу же примите нашу компанию как ту величайшую возможность, которую можно сейчас найти вообще где-либо. Поэтому добро пожаловать в Incruises и добро пожаловать в нашу компанию. Итак, что же у нас за компания? Вы знаете, самое лучшее в компании, наверное, это тоже ее вот миссия, с целью чего, с целью, зачем она была вообще создана, да? Так вот, компания создана для того, чтобы помочь нам. Это путешествовать дешевле, путешествовать бесплатно, зарабатывать путешествия. Вы знаете, я вот когда говорят помочь нам, да, это действительно так, потому что я вот, как я вам сказала, что я делю свою жизнь до Incruises и после. Для меня Incruises – это вот тот мостик, да, такой, из той прежней жизни, когда ничего не мог позволить, да, и как попасть в ту жизнь, когда для тебя открываются новые возможности, новое качество жизни, когда ты больше можешь всего позволить. И вот Incruises для меня стал этим мостиком, но не только для меня, он стал для многих-многих моих партнеров, моих знакомых, моих друзей. И здесь вы действительно можете найти 3 эти возможности: путешествовать дешевле, путешествовать даже бесплатно и, соответственно, зарабатывать путешествуя. То есть вы можете заработать вот тот миллион, о котором мы сегодня будем проходить красной чертой по моей презентации. Ну и для новичков такой вопрос, куда бы вы хотели поехать? Потому что я уверена, что здесь те новички, которые здесь присутствуют, я уверена, что они путешественники, что вот они открыты, и они хотят путешествовать. И даже сейчас этот карантин, который мы хотим просто, ну, как цепями нас держит, да, мы хотим вырваться, мы хотим поехать. И вы знаете, что нас спасает сейчас? Это, конечно же, вот наши воспоминания, где мы были.
мы поднимаем фотографии, мы вспоминаем эти эмоции, мы хотим туда вернуться. И, конечно же, это круто, когда есть это, когда у нас есть уже в багаже те воспоминания, которые нас зовут к себе, и мы уже мысленно все там. Вот скажите мне, пожалуйста, новички, которые здесь первый раз на презентации, которые, возможно, еще не зарегистрировались, но просто присматриваются к нашей компании, да, к нашему клубу, куда бы вы хотели бы поехать? Потому что если вы на презентации нашего клуба, вы обязательно какие-то мечтатели, вы путешественники, вы те люди, которые хотят посмотреть этот мир. Так, новички, везде хотели бы даже поехать. Вот Владимир хочет поехать везде. Китай Алина хочет. Ну, скоро можно, наверное, и в Китай будет поехать. Ну, на самом деле, это красивая страна, если убрать все сейчас то, что сейчас как бы постигло практически весь мир, то я тоже хочу в Китай поехать. Возможно, Алина, поедем вместе. Японию хотят, Рио-де-Жанейро, в Эмираты, Америка, Греция, Канары. Ох, как я хочу на Канары. Багамы. Так, что-то не поняла, Григорьева Оксана, что это. Марина в Австралию, Мальдивы, Америка. Никто здесь не написал сегодня норвежские фьорды. Как же хочется на норвежские фьорды. У меня сегодня пост в соцсетях про норвежские фьорды будет. Ну, друзья, мы, правда, мировой круиз. Вот совершенно верно. И выбирать ничего не надо, да? Это правильно. Да, это действительно так. И вы знаете, в нашем клубе, спасибо за то, что вы ответили, что вы поделились своими мечтами, потому что я знаю, что это мечта осуществить путешествие, а еще в таком комфорте, как круизы. И именно вот такие возможности предоставляет именно наш клуб. Второй вопрос, который у меня будет также к новичкам. Скажите мне, пожалуйста, вот если бы вы могли много путешествовать, да, но при этом, ну почему мы мало путешествуем? Потому что денег это стоит, это дорого. Но если бы вам это стоило меньше, да, то есть значительно меньше, чем полная сумма, вам бы было это вот интересно? Вам бы заинтересовало такое предложение? Вот вы любите путешествовать, но для этого нет финансов в большом таком объеме. Ну, куда-то можно выехать там разово. А вот чтобы много посмотреть мир, это надо много и денег. Перелеты там какие-то, что-то куда-то доехать, поселиться, где-то кушать, где-то развлекаться. Это очень дорого. Вот хотели бы вы все это получить, но заплатить частично только, частично за всю эту красоту, за все те эмоции, которые вы будете получать. Да, один Владимир, да, хочет получить, или, да, вот Надежда хочет, хотелось бы попробовать. А что пробовать? Просто путешествуйте. Конечно, Наташа Ермакова, Наташа, да, верю, Наташа. Да, Маринка, новички, отвечайте, мне очень важно знать ваше мнение. Интересно это предложение, вот, если бы заплатить меньше? Конечно, это интересно, но любой человек, конечно же, скажет, что это интересно, да, кому это не понравится, потому что он сэкономит очень хорошую сумму денег. И поэтому наш клуб может реализовать и эти ваши желания. Наши лайнеры, они везде, где есть вода. Вот представьте, где есть вода, мы можем там побывать. Практически вода – это 80% нашей планеты, 20% – это суши. И мы можем на лайнерах в прекрасных условиях путешествовать по всему миру. Кто же мы? Что это за клуб? Это первый и единственный в мире туристический круизный клуб по приглашению. Мы вот закрытый такой клуб, куда можно только прийти, если вас туда пригласили. Также мы развиваемся, клуб развивается в 170 странах мира по всему миру. И он также является членом ассоциации круизных линий. Что такое ассоциация круизных линий? Это, друзья, такая штаб-квартира для всех вот этих лайнеров, которые вы видите, для всех круизных линий. Их много круизных линий, свыше 35-40 круизных линий. И вот именно в
этой Клио там разрабатываются все законодательные, юридическая база для них, там готовится персонал для лайнеров, там начинаются, начиная от чертежей и до спуска на воду лайнеры, строятся они, то есть они готовятся, чертежи, все, потом это все притворяется в жизнь, это все делается в Клио, то есть это такая штаб-квартира. И мы являемся частью, то есть наш клуб Incruises является частью этой индустрии. Нам все круизные линии дают свои данные о том, что у них есть, какие маршруты, какие круизы есть. И они все эти круизные линии стекаются, все данные стекаются именно на нашу веб-страничку, на наш кабинет, который стоит у каждого партнера, у него дома, он имеет просто туристическое агентство у себя дома. Поэтому мы владеем всей информацией, которая касается всех круизных линий. Бронирование мы можем также в нашем клубе, мы бронируем круизы самых крупных круизных линий по всему миру. Вы здесь видите их названия: Carnival, Azamara, Princess, MSC, Disney, Norwegian и так далее. То есть это то, что, друзья, это не все, конечно, их значительно больше, но вот о чем говорит этот пункт бронирования круизов самых крупных круизных линий, это говорит о том, что у нас как раз и есть вот тот букинг, который есть у каждого члена нашего клуба. То есть все, что только существует, любые круизы, какие есть в интернете, в турагентствах и так далее, они все есть в нашем огромном букинге, в котором свыше 5000 направлений. И человеку это очень удобно выбирать, сидя дома, в удобной атмосфере, не идти в это турагентство, да, где предложат там пару каких-то круизов, да, а он имеет доступ ко всем круизным линиям. Поэтому это такой огромный букинг, это один из плюсов нашего клуба. Почему именно круизы? Почему именно круизы, а не что-либо другое? Ну, если, знаете, сравнивать круизный отдых и обычный классический, то тут, безусловно, выигрывает круизный. Он вообще находится на первом месте по всем видам отдыха. Благодаря чему? Благодаря комфорту, благодаря удобству. И также, представьте, вот, при этом шике, при этом блеске, при этом лакшери отдыхе он еще является и экономным. То есть в чем комфорт заключается? В том, что, во-первых, вы один раз поселились на этот лайнер, да, и вы уже, вас этот лайнер, вы знаете свой маршрут, и он вас уже доставляет из одного города в другой, из одной страны в другую. Вам не нужно думать о том, что, ой, сейчас надо перелетать куда-то, переезжать, где-то остановиться. Все в одном месте. Вы там развлечения, рестораны, магазины, все спортивные мероприятия какие-то. Все там, все вот в большом таком вот городе на одном вот таком лайнере. И вы знаете, что мне больше всего нравится? Что вы 100% отдыхаете. То есть если вы уже пришли на лайнер, то вы уже ни минуты не тратите на какие-то переезды, ну не отдыхая, да? А вот именно вы каждую минутку используете для своего отдыха. Либо это на лайнере будет, поверьте, там настолько много всех проходит дискотек, караоке, театры, бродвейские шоу, цирк Дю Солей, спортивные разные мероприятия, рестораны, концерты, то есть спа-салоны, если кому нравится, бассейны, то есть там настолько всего много, что не знаешь, куда пойти. Но если утром прибывает лайнер в какой-то порт, то вы можете с лайнера, вы выходите в этом городе, в этой стране, и вы сразу же, вот вы вышли только с лайнера, и вы уже на экскурсии, понимаете? То есть вы уже осматриваете окрестности, вы можете посидеть где-то в кафешке какой-то, попробовать местный кофе. Кстати, очень люди, которые держат кафе, они настолько
доброжелательны, что они всегда вот хотят угодить, и им очень приятно, если вы похвалите их кофе там, или какое-то блюдо, им это всегда очень приятно. Вот, поэтому вы можете там уже зайти, вы уже путешествуете, вы знакомитесь с новой страной. То есть вы не тратите время переезда. Вернулись снова на лайнер, вечером опять рестораны, опять развлечения и так далее. То есть все там есть, вы отдохнули, никуда не нужно бежать, никуда не надо ехать, все в одном месте. Конечно же, все здесь удобство, это то, что все включено. Ну и стоимость, огромное значение играет стоимость, потому что... При вот этом сервисе, который вы получаете, при этой элитности отдыха, там уровень сервиса очень высокий, то это будет стоить вам на 30-50% дешевле, чем если бы вы в классическом отдыхе, да? То есть это то, что вы сможете, ну, даже дешевле получится, если бы вы отдельно покупали какую-то путевку и где-то путешествовали классическим видом отдыха. Алина спрашивает, а почему такая скидка на круиз, за счет чего? А скидка от чего, Алина? Дело в том, что если брать цены туроператоров, так у них там их накрутка есть, да? Мы же не знаем, почем они получают эти круизы от круизных линий. Они продают так. Поэтому тут нельзя сказать, что это скидка или не скидка, а может, это настоящая цена круиза, потому что туроператоры, они закладывают туда свою маржу. Им нужно снимать офисы, им нужно платить зарплаты сотрудников, и, соответственно, они туда закладывают. Но у нас еще другое, отвечу сейчас вам по секрету, немножко в сторону отойду, что цена круиза, она состоит из нескольких затратных частей. И одна из самых больших затратных частей, друзья, это может еще кому-то будет интересно, это около 50% это составляет, как вы думаете, что составляет 50% стоимости круиза? Попробуйте написать здесь, кто это знает, может, или кто догадывается. Напишите, вот, пожалуйста, что составляет 50% от стоимости круиза? Угу. Да, реклама. Реклама. Для того, чтобы туроператору, крупному туроператору сделать рекламу, да, то вот круизные линии, они $1 миллион в год тратят на рекламу. Куда, как вы считаете, они эти затраты как бы добавляют? Конечно же, на сам круиз, правильно? Потому что люди, когда покупают, туда включена уже эта реклама. А в нашем случае мы сами реклама, мы сами ходячая реклама. Поэтому заберите эти 50%, и вы уже получите значительно меньше. А плюс еще около 10-15, до 20% в цене круиза еще играет роль то, что туристические туроператоры, они должны еще себе заработать на офис, на зарплату там, да, вот, и, соответственно, на налоги, которые они очень и очень серьезно платят. Если, допустим, в Майами это 25% налоги, да, вот, то есть это тоже достаточно большая часть этого. Так вот, на инфраструктуру эту уходит до 20% от стоимости самого круиза. В нашем случае нам нет необходимости содержать офисы, нас нет необходимости платить зарплаты сотрудникам, да, у нас достаточно того, что мы, есть договор у нашего руководства, у нашего клуба, у Майкла Хатчисона с круизными линиями, мы приобретаем, то есть, ну, не мы, естественно, Майкл, у него договор, да, мы имеем такие цены, которые, они договорились по этим ценам, и нам они очень выгодны. У нас все люди, которые являются в нашем клубе, они все экономят на круизах. 100% людей, которые едут в круиз, они все экономят. Я надеюсь, ответила вам, кто это была у нас, Алина, да, по-моему, да, Алина. Вот, поэтому тут не берите за правильную, за 100% цену, это цена турагентств.
Это совершенно не та цена, сколько стоят эти круизы. Угу. Так, идем дальше. Что же мы получаем? Как возможно вот это дешевле? Дешевле я вам примерно цену рассказала, эту кухню, да? Поэтому в нашем клубе у нас еще есть фишки, которые я вам сегодня расскажу. Итак, в нашем клубе есть еще такая возможность удешевить свой круиз. За счет чего? За счет нашего членства. Что дает нам наше членство? То есть первое – это то, что мы имеем возможность накапливать себе на круиз, и при том мы накапливаем себе круизные доллары. Что такое круизные доллары? Когда мы каждый месяц оплачиваем на свой, накапливаем на свой будущий круиз, мы как бы его покупаем по кусочкам, да, каждый месяц мы оплачиваем 100 долларов. Нам компания начисляет 200 круизных долларов. Это не одно и то же. Это не путайте, пожалуйста, что это нам компания добавляет 100 долларов. Нет, никто нам ничего не добавляет. Просто на 100 долларов это эквивалент 200 круизных долларов. И именно на эти круизные доллары мы, друзья, и заказываем, и бронируем свои круизы. То есть 100 долларов наши, 200 круизных нам компания начислила. На это первый месяц. На второй месяц снова 100 наших, 200 компания нам начислила. Итого у нас уже 400 круизных долларов. На третий 600 круизных долларов. И именно вот эти круизные доллары мы можем использовать только на то, чтобы забронировать свой круиз. Теперь я, наверное, здесь для новичков. Скажите, новички, поставьте, пожалуйста, здесь двоечки, если вы не видели еще наши цены, вы не видели наш букинг, поставьте, пожалуйста, двоечки, если вы этого не видели еще, вы не знаете, сколько стоит у нас денежки, в денежках это круизы, да, не видели букинг, угу, да, я тогда вам это все покажу. Сейчас, одну секунду. Значит, друзья, сейчас я перейду, включу демонстрацию экрана, а вы мне, пожалуйста, сейчас, секундочку. А вы мне, пожалуйста, скажите, видите вы видите мой экран или нет. Сейчас, одну секунду. Так. Дело в том, что потом я не буду видеть то, что вы пишете, поэтому сейчас мне, пожалуйста, скажите, вы видите сейчас мой экран? Видите мой экран? Да. Да. Хорошо. Переходим на нашу страничку. Угу, спасибо. Так, сейчас видите мою страничку? Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я была уверена, что вы видите мою страничку. Видите, да? Видно, все видно. У кого-то грузится, у кого-то уже видно. И вот такой вы будете вот иметь прекрасный свой кабинет, где вы можете теперь выбирать любые круизы. У вас есть теперь свой букинг, у вас свое собственное турагентство. Открываем. Вот он, наш замечательный букинг. Видите, что здесь написано? Вот, во-первых, здесь вот Incruises Booking. Видите, вот написано Incruises Booking. Вас ждут свыше 5000 круизов в различные направления. Как мы это делаем? Мы можем на картинке нажимать, если нас интересует какое-то направление, да? А можем, собственно, и здесь выбирать, ну, конкретно под себя. Ну, вот видите, сколько направлений, куда можно. Ну, собственно, это весь мир здесь, поэтому направления все, какие только существуют. Но чаще всего мы ездим в Европе, я покажу на Европе, мы чаще там бывали, да, и бываем все. У нас здесь вот 15 у нас на сегодняшний день круизных линий. Круизных линий, это называется круизная линия, да, к примеру, там Азамара, Карнивал, Селебрити, Коста, Кунар, Дисней и так далее. И в каждой круизной линии есть несколько лайнеров. Так вот, ну, выбираем любую, ну, допустим, вот Коста, да, очень часто это итальянская круизная линия Коста. Тогда и лайнеры открываются нам Косты. Видите, сколько этой Косты разных лайнеров. И Диадема, и Пашиноза, Паволоса, Фортуна, Люминоса. То есть, как здесь очень много лайнеров. Но мы можем не выбирать, если мы выбираем, допустим, другую, Норвежан, к примеру, тоже достаточно популярная у нас круизная линия, и тогда вы видите, сколько Норвежана у нас есть в базе, это лайнеров, самих лайнеров. Но если нам, собственно, не важно, на какой поехать, мы включаем все линии. Порт, мы выбираем порт.
Посмотрите, сколько у нас разных портов, да, где, откуда мы можем отплывать, куда приплывать можем, прибывать, вернее, как это говорится, да, то есть, но опять это не обязательно мы порт какой-то указываем, возможно, для нас это не столь существенно, а вот здесь вот мы уже обязательно должны указать, когда же мы хотим поехать. Ну, давайте, чтобы мы уже все-таки были спокойны, те новички, которые сейчас это все смотрят, я вам рекомендую именно, вот смотрите, сейчас у нас это, друзья, май месяц. Если вы сейчас придете в нашем клубе, зарегистрируетесь, то у вас будет как раз время, чтобы накопить себе на круизы, потому что мы не можем сразу, вот знаете, как бы, чтобы это было дешевле, да, чтобы пришли в этом месяце, мы можем на 15-й день, конечно, сразу уже бронировать свой круиз, но я думаю, что но это не настолько будет оно вам интересно, чем если вы хотя бы немного накопите, вам еще будет дешевле. Поэтому заходить не тогда, когда говорят, закончится карантин. Карантин по-любому закончится. Через неделю-два он уже будет послабление, уже во многих странах послабление. Те, которые, у которых раньше там в странах была эта неприятность, да, они уже поднимаются, они уже возвращаются к обычной жизни. А мы уже вот только-только вот начинаем, да, вот, то есть уже послабления какие-то пошли. Поэтому по-любому он снимется 2-3 месяца и все. Но у нас, чтобы заказать круиз, мы заказываем, бронируем себе круиз за 3 месяца. То есть в компании такое условие – за 3 месяца. Вы можете даже, если вы сегодня зарегистрируетесь в компании, через 15 дней вы можете уже бронировать круиз. Единственное, почему через 15, потому что 14 дней у вас есть полное право вернуть какие-то свои там денежку, да, ой, прошу прощения. Да, вернуть свои денежки, если вам что-то там, что-то вы заволновались, да, передумали, как говорится. Но если вы все-таки не передумали, то на 15-й день вы можете уже бронировать свой замечательный круиз за 3 месяца. И вы вот видите, даже сейчас у нас есть здесь даты какие? С июля 2020 года, видите? То есть с 20 года, июль 2020 года мы только можем туда заказывать. Но давайте смотреть подальше. Вот вы накопили хотя бы полгодика, да, по $100, у вас уже 1200 круизных долларов, и давайте вот на март. На март очень прекрасные есть даже... Давайте посмотрим на другие направления. Я хотела бы вам показать, что у нас есть Арабские Эмираты еще. Арабские Эмираты. Сейчас попробуем. С марта по март, да, 21. Продолжительность там где-то они все-таки от 10. Давайте посмотрим. Есть такие у нас, предлагает нам что-то вот наш Booking. То есть здесь все, что есть. Если их нету, то их вообще тогда, значит, нету. Мы можем только вот... посмотреть, что нам даст база именно на Арабские Эмираты. И, соответственно, если у нас есть этот лайнер в базе, то мы уже можем тогда посмотреть и его маршрут, и его стоимость, и его продолжительность, и откуда он отправляется, чтобы мы могли уже это, собственно, рассчитывать свое время. Что-то крутится долго, наверное, интернет слабоватый. Давайте попробуем, может, Европу тогда. Сейчас перезагружу. Так, вот, есть, да? Вот, смотрите, да, вот, наконец-то, есть. Дубай, то, что мы с вами задавали в опции. Посмотрите, пожалуйста, начиная это на 7 дней. То есть получилось на 7 дней. Ну, ничего страшного, тут главное, чтобы вы увидели это. Вот, допустим, с Дубая. Март, 28 марта по 4 апреля. Вы видите стоимость эту, замечательную стоимость. Давайте посмотрим внутри, что это за круиз, если нам, да, открывается все хорошо. Цены здесь разные. Цены разные, потому что в зависимости от того, какая у вас каюта. Цена на круиз будет зависеть от вашей каюты. Если внутренняя, то это вот по этой цене 378 будет. Если с видом на океан с окошком 487. Ну, а если уже с балкончиком, то это уже будет 703, а сьюты 1137. Это цены без налогов.
мы посмотрим с налогами тоже. Это как раз-таки идет маршрут. Вот посмотрите, как здесь у них очень круто, да, это вот представьте, конец марта, слякоть у нас, да, в наших странах еще. А там это уже как раз замечательная погода, куда можно ехать уже загорать, да, вот для тех, кто хочет понять, в чем разница зимнего загара. Не солярии, да, вот именно если выехать куда-то на какие-то острова и позагорать там. И вот смотрите, как прикольно здесь получается. Дубай, первый день Дубая. То есть вы заходите на лайнер, и этот лайнер стоит, он уже вам как гостиницей служит, да, он стоит в порту, и вы день там, ночуете там, да, то есть на самом лайнере, и второй день вы там, или, может быть, куда-то пошли на целую ночь на какую-то дискотеку, там позависали немножко, вот, поэтому это он два дня стоит, вы там как хотите, где хотите, отдыхаете, веселитесь, кушаете, возвращаетесь, то есть он два дня стоит. Дальше он идет уже в 21.00, он отправляется, и в 6.00 он уже в Абу-Даби. Там до 20.00. Дальше идет еще на один остров, потом целый день в море. Из этого острова, из Абу-Даби, он переходит на Мускат в Омане. Приходит туда в 7 часов утра. Из Муската он возвращается опять в Дубай. И опять два дня стоит. То есть вы там, в Дубае, еще два дня. То есть вы практически 4 дня в Дубае. Это очень круто, потому что здесь это два острова, которые вы еще посетите. И в море один день позагораете на пляжики, на своем, возле бассейна, где морская вода. То есть это такой как бы пляжный такой круиз, где вы просто можете позагорать. Но что здесь интересно? Здесь интересно, друзья, то эти именно цены. Давайте посмотрим, сколько они будут стоить у нас с налогами, уже с полными налогами. Да, у меня информации достаточно много сейчас идет. Так. И поиск по категориям. И здесь нам, конечно же, сейчас покажут вот эти вот каюты, которые уже полные, с налогами. Вот то, что мы видели, первую цену 380 с чем-то там, да, сейчас это 445 долларов на человека в двухместной каюте. Я считаю, что это замечательная цена, друзья. Что такое 445 долларов? Но мы еще с вами помним, что за вот эту вот цену, да, мы покупаем за круизные доллары, круизные доллары. А круизные доллары у нас идут один к двум. То есть настоящих ваших денег будет долларов, это 225 долларов. Можете себе представить вот именно то, что поехать в такой круиз, отдохнуть 7 дней за 225 долларов на человека. Но согласитесь, это супер цена, и те цены, которые вы видите в турагентствах, а это около 2000 только на один круиз, на одного человека, да, то, соответственно, это будет значительно дешевле. Скажите, пожалуйста, понятно, что такое у нас вот круизные доллары? Я достаточно, объяснила. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, новички, мне нужно ваше мнение, новички, ну и те, которые уже наши партнеры, которые уже в нашем клубе есть. Поставьте, пожалуйста, пятерочки или там плюсики, да, что вы это поняли. Угу, спасибо большое, спасибо. Идем дальше, то есть вы поняли, значит, то, что у нас за круизные доллары, а это идет уже один к двум, по ценам это один к двум. Ну и еще такой бонус у нас огромный, это то, что когда мы заходим в Booking, который я вам показывала, Booking, да, этот Booking, там те цены, которые вы видели, это цены, прямые цены круизных линий. То есть это мы, к сожалению, вот в наших странах мы не можем иметь доступ к прямым ценам круизных линий, потому что это могут только иметь Америка и несколько европейских стран. А мы с вами, если даже захотим там приобрести вот напрямую, да, в какой-то круизной линии, то нас отправят к провайдерам, которые работают в наших странах. Вот там, где вы уже увидите цены на круизы 2000 гривен, да, 1500, 2500.
половиной тысячи гривен. То есть это то, что уже вот те цены, к которым мы привыкли. Так вот, мы имеем доступ к прямым ценам. Прямые цены – это около 20% экономия только от того, что мы имеем доступ к прямым ценам. Плюс прибавьте то, что мы имеем 1:2, и вам получится уже то, что вы можете уже приобретать круиз где-то 20-25% от его стоимости. То есть если все вместе вот суммировать, это получается вот где-то в таких пределах. Похоже на финансовую... Это, Надя, а что вы имеете в виду под финансовой пирамидой? То есть, насколько я знаю, финансовая пирамида – это если вы вкладываете деньги, 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 и нет никакого продукта. Я правильно вас поняла, Надя? У нас какая может быть пирамида, если вы покупаете себе круиз? Ну, так, Надя, у нас круизы. Вы слышите, да, мою презентацию? Я говорю о том, что мы ездим в круизы. Мы ж не деньги собираем, мы круизы. Просто вам дали возможность не платить сразу за круиз, а вам дали возможность накапливать понемножку, по $100, которые вы откладываете и покупаете себе круиз. Где вы здесь видите финансовую пирамиду? Финансовая пирамида, вы отдаете куда-то деньги, 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 а потом ваши деньги куда-то исчезают. В нашем случае ваши деньги вам работают на вас, и вы получаете свой круиз, вы свою услугу получаете. Какое это отношение имеет к пирамиде? Угу. Да, идем дальше. Ну, наверное, потому что деньги, да, нужно платить. Ну, так деньги за все надо платить. Так, идем дальше. Выбираем любой круиз. Я вам показывала, как мы его выбираем. И у нас также работает такая программа лояльности. И здесь, друзья, вот, Надя, вы вот говорите там пирамида. Пирамиды не существуют больше 1 года. Ну, может, 1.5 какая-то пирамида просуществовать. У нас уже в январе месяце 5-летие компании. Вот, то есть это, ну, говорит о многом. И вы знаете, вот как определить финансовую пирамиду от нормальной компании, да, это, она определяется очень просто. Какое соотношение людей, которые приходят на бизнес, к обычным клиентам, которые покупают продукцию этой компании. Но если финансовая пирамида, там вообще нет никакого продукта, ну то там уже как бы и думать нечего. Но есть такие компании, которые есть там какой-то типа продукт, они это делают, чтобы завуалировать свою финансовую пирамиду. Мне просто интересно, будете вы приобретать тот продукт, если бы вы не были заинтересованы в том, чтобы строить бизнес? Очень мало. В нашем же случае у нас 100% людей, которые являются клиентами. Они покупают эту продукцию, они хотят ею пользоваться, они хотят ею наслаждаться, смотреть этот мир и отдыхать в прекрасных условиях. Алина, так, а на накопленные деньги можно ли купить не только себе? Нет, только себе круиз. Именно круиз, только круиз мы можем купить. А, не только себе круиз, да? Да, конечно, вы можете родственников взять, конечно. В свою каюту, вот ваши, если вы зарегистрировались сами, то вы имеете право это на 1 каюту. Каюты бывают, и 1 человек может быть в каюте, и 2, и 3, и 4 человека. То есть вы можете взять себе в каюту, кого вы захотите. Это не обязательно, чтобы человек был член клуба. Это... Если вы член клуба, этого достаточно, чтобы вы с собой в каюту взяли, кого вы хотите. Да. Если у вас не будет хватать круизных долларов, то вы просто будете докладывать себе, ну, обычными деньгами, если у вас там не хватило круизных долларов. Но вам в любом случае это будет выгодно. Итак, друзья, наша выгодная программа лояльности. За первый год 60%, второй год 70%, 80%, 90% и 100% от накопленных вами денежек, то есть от круизных долларов. Это говорит о том, что вы можете свободно первый месяц, первый год вы можете использовать 1440 круизных долларов. Остальные они никуда не деваются, они остаются у вас на счету, и вы их используете в следующем своем круизе. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы поняли, о чем я сейчас говорила.
Ну и, конечно же, в круиз бесплатно, друзья. Понятно, да, всем? Угу, спасибо. И теперь в круиз бесплатно. Как же можно бесплатно вообще поехать? Да, многие говорят, бесплатно только сыр в мышеловке. Совершенно верно, потому что у нас нужно потрудиться, нам нужно сделать какую-то ценность и пользу для того, чтобы нам также ответили и дали нам в круиз бесплатно. Каким образом мы можем поехать в круиз бесплатно? Я вам сказала, что наш клуб – закрытый клуб по рекомендации. Если вы порекомендуете 5 своим знакомым наш клуб, и они придут и станут активными членами нашего клуба, вы больше не будете платить свои $100. Вам компания дает потом каждый месяц, она сама дает вам по 200 круизных долларов. То есть вы уже не платите, а платит вам компания по 200 круизных долларов. За год у вас это получается 2400 круизных долларов. То есть в подарок вам идет 2400, и вы заказываете себе круиз на эти деньги. Это, друзья, ну, по большому счету это 2400 долларов при тех ценах, которые вы видели, по 400, по 500, по 600 долларов на человека. Это может либо, если вы сами несколько раз поехать, либо с семьей вы можете 2-3 раза в год путешествовать в круизах за такую цену. Но опять-таки вы же не платите, это вам подарок. 2 круиза в год вам будет подарок только за то, что вы пригласили 5 человек, которые точно так же будут счастливы поехать по этим ценам. Наша работа заключается в том, чтобы мы об этом им могли сказать, чтобы люди услышали, поняли и захотели поехать в круиз. Ну, я думаю, что захотели, проблем не будет. Ну и также мы можем здесь зарабатывать. Для того, чтобы мы могли здесь заработать, мы, конечно же, должны уже что-то делать более серьезное за то, чтобы нам платили. То есть вот мы подытожим. Первая часть – это то, что вы можете поехать бесплатно, дешевле. Дешевле – это за счет чего? За счет того, что у нас доступ к прямым ценам круизных линий. Это уже уменьшит там уже цена, да, без накруток. И вторая часть, почему экономнее у нас получается, за счет того, что у нас есть система круизных долларов, то есть 1:2. Друзья, ниже вы нигде не найдете эту цену на круизы. У нас самые выгодные предложения. Следующее. Можно быть бесплатно, в бесплатном членстве, то есть не платить уже свои $100, а вам всегда будет начисляться по 200 круизных долларов при условии, что у вас 5 активных членов клуба есть, которых вы лично пригласили. Все, снимается с вас оплата $100, и вы уже можете не думать о том, что нужно платить $100. За год это 2400. 2 прекрасных круиза в год вам может быть обеспечено за счет компании, даже если вы не работаете. А теперь я вам расскажу, как можно здесь тот миллион заработать, о котором мы так громко заявили, о том, что здесь идея на миллион, и при том это можно сделать буквально сейчас на карантине, сидя дома, общаясь со своими людьми, знакомыми, друзьями. Вот именно таким образом, как я с вами сейчас вот общаюсь, да, мы можем через интернет их познакомить с этой возможностью. И если они сейчас примут это решение, то они уже зимой, ну, я не знаю, может, в конце даже осени, они уже могут поехать в круиз и отдыхать. Да, мир изменился, что-то будет изменено там и в перелетах, и в круизах самих, но это будет везде, друзья, весь мир будет так. Мы теперь будем на расстоянии друг к другу стоять, мы будем в масках еще длительное время, но это же не значит, что жизнь остановилась, да, и мы не сможем с вами больше, ну, наслаждаться этой жизнью. Нет, все будет продолжаться, просто мы, наверное, привыкнем, смиримся с тем, что некоторое время мы будем вот так вот, да, на расстоянии каком-то. Но в любом случае, что бы ни было, круизы останутся самым элитным, самым комфортным, самым лакшери отдыхом. Это без сомнения. Итак, как же мы можем здесь заработать этот миллион? Ну вот здесь вот, друзья, вот самая наша красивая табличка, которая
которую просто можно рассматривать вот колоночку справа. Вот посмотрите, колоночка справа, да, вот итого, да, вот там, где стоит итого. Выбирайте вот любую сумму ежемесячную. Вы видите, что здесь начали писать ежемесячно. Когда я пришла в компанию и слушала первые презентации, говорили, вот, ну, знаете, может, тоже уже на автомате говорили, и вы будете получать там столько-то. Вот если вы станете маркетинг-директором, вот зелененькая полосочка, да, то вы будете получать до $600. Я думала, что я, когда только выйду на маркетинг-директор первый раз, и мне вот дадут эти денежку, и больше не будут давать. А оказалось, что это ежемесячно можно зарабатывать, представляете? То есть это вот для меня это было переворот с моего сознания. Я тогда это принял, знаете, приходят в нашу компанию дважды. Один раз, когда они просто люди регистрируются и приходят в компанию, а второй раз, когда принимают решение, чтобы строить бизнес. Поэтому вот тогда я приняла решение, что я буду строить здесь бизнес. Для того, чтобы выйти на первую ступенечку маркетинг-директора, да, это нужно всего лишь 30 человек, которые членов клуба, которые вот активные, которые накапливают себе на круиз, и ваш товарооборот мы получаем от товарооборота. Это еще ответ Надежде, да, что в самих пирамидах, да, этого нету, просто понимания такого товарооборота, у них нету продукта. У нас платится все от товарооборота. $3000, если у вас будет товарооборот, а это 30 человек по $100, то ваш доход будет по лидерскому бонусу, видите, $300, и плюс еще вот этот резидуальный. Резидуальный, друзья, это пассивный доход. Это слаще, чем мед, потому что вы за однажды сделанную работу можете получать каждый месяц до $300, если у вас 30 человек. Итого ежемесячно вы можете зарабатывать до $600. Если перевести на наши местные валюты, то я считаю, что это очень даже неплохо. Посчитайте просто в валюте, да, примерно вот, ну, прожиточный минимум где-то вот такой во многих там странах. И если вы хотите больше, то вам не нужно ничего, знаете, делать восьмерки в воздухе или там докладывать большие деньги какие-то, инвестировать в свой бизнес огромные деньги для того, чтобы больше получать. Вам всего лишь требуется ваша энергия, ваши силы, ваше время для того, чтобы вы дальше продолжали работать, помогать своим партнерам и поднялись на следующую ступенечку. Следующая ступенька – это уже 100 человек и товарооборот $10000. Это не лично, не лично, это со всей командой вы. Вы кого-то пригласили, кто-то другой пригласил, да, там все по… Это рекомендательная система у нас, то есть у нас клуб по рекомендательной системе. И если вы уже 100 человек будет в вашей команде от вас вниз, то вы будете зарабатывать до $2000 ежемесячно. Третий уже ступенечка – это региональный директор. Это уже до $5000. Национальный – до $10000. Интернациональный – до 20. Исполнительный – до 50. И борд директора – до $137000 ежемесячно. В Америке считается, что миллионер – это тот человек, который за год зарабатывает $1000000. Так вот, друзья, борд директора при таком доходе около $100000, они за год зарабатывают $1200000. Вот они, те миллионеры. Это вот та возможность с прекрасным продуктом, это круизы, о которых легко рассказывать, которые путешествовать можно, которые вы получаете удовольствие, да, вам не надо быть каким-то специалистом в чем-то, разбираться врачом каким-то, косметологом, там, юристом в страховках там работать и так далее. Рассказывайте всего лишь за круизы.
И это принесет вам, вот может принести при вашей активности, может дать вам вот такие вот доходы. Ну и есть у нас еще один такой статус новый, это амбассадор. Это если уже вышел ли вы на борд директора, то, соответственно, чтобы было еще мотивация и стремление, то до 260 тысяч долларов ежемесячно. Пока у нас в компании нету амбассадоров, но уже есть 12 борд-директоров с разных стран. Поэтому это не просто какая-то морковка, которую непонятно достигнет кто-то или не достигнет. За 3,5 года в нашей компании, кто рассматривает это как бизнес, у нас 12 уже борд-директоров. Это те люди, которые за год зарабатывают около миллиона долларов. Все денежки, которые зарабатываем здесь в системе, вы можете получить на все легально, все прозрачно. Здесь вы можете уже, у нас есть система Incruzus Wallet, кошелек наш, есть система Pioneer, есть HyperWallet, PyQuicker, Pyet. Это то есть вы выбираете для той страны, которую вам удобнее выводить эти деньги, да, то есть получать эти деньги. Все начисляется в наш кошелек Incruzus, а дальше уже с кошелька вы переводите куда вам удобно, то есть уже на ту платежную систему, которая вам подходит. У нас вот в Украине мы на Pioneer переводим и рассчитываемся, это мультивалютная карточка, MasterCard, мы ею пользуемся по всему миру, друзья, по всему миру. И не говоря уж о том, что в Украине это и магазины, и заправки, и различные там рестораны, это все оплачиваем именно с этой карточки, то есть она абсолютно везде ликвидна. Также, друзья, у нас еще очень мощная программа вознаграждений. Ну, правда, здесь мы получаем такие подарки. Но вы понимаете, что мы работаем в солидной нише. Мы работаем в круизной индустрии. Это та индустрия, которая никогда не понизит свой уровень сервиса. И, соответственно, здесь такие же шикарные подарки нам дарит и компания. Если вы, допустим, пригласите в месяц 5 своих друзей, то вы получите, это в календарный месяц, да, если вы, вот сейчас только начало, ну, середина где-то там месяца, первая половина, будем так говорить, месяца, да, у вас еще достаточно времени для того, чтобы пригласить 5 человек и получить за это 250 круизных долларов в подарок. Прекрасная, да, прекрасная возможность, это практически половина круиза. Если же у нас есть программа, которая называется «Быстрый старт». Если вы выйдете на вот эти первую, ту зелененькую полосочку маркетинг-директора, у вас будет 30 человек, то товарооборот, естественно, будет у вас 3000, то вы уже пройдете так называемый, это в самом начале, для всех новичков дается, «Быстрый старт». Вы за 90 дней должны вот выйти на эти 30 человек. Друзья, это, ну, это может, с одной стороны, и сложно, но с другой стороны, мы вышли вот лично, да, за 25 дней. И много-много таких людей, которые выходят за несколько дней, за месяц выходят. В марте месяце у нас партнер из Польши, который также вышел на быстрый старт, именно вот сидя уже дома и ни с кем не общаясь, а именно в карантине, тоже сделал быстрый старт. Вчера нам пришло сообщение из тех стран, где уже меньше карантина, да, это и Корея, это Китай, Япония, там уже они немножечко уже активнее, да, там сколько быстрого старта уже. Поэтому если вы сделаете за 90 дней, за 3 месяца вы сделаете 30 человек все вместе со всей своей командой, то вы будете еще 5 месяцев, вернее, за 5 месяцев вы получите 5000 гривен. 5000, прошу прощения, долларов. 5000 долларов. Вот кому нужно сейчас 5000 долларов, пожалуйста, из новичков, 30, пожалуйста, человек, и вы будете уже маркетинг-директором. 120 – это было для тех, кто зашел в марте и в апреле месяце. Те, кто приходит в мае, уже 90 дней. Также вы можете получить часы Rolex и путешествия в подарок. Rolex, если вы будете на ранге executive director. Все, кто уже на этом ранге,
они уже с часами Rolex. Прекрасные, красивые часы. Мне они очень нравятся. И теперь 5 причин, почему же все-таки, как бы подытожим, да, почему нужно вам задуматься о том, чтобы строить бизнес с нашей компанией. Первое – это, конечно, наше руководство. Это люди-профессионалы, которые в этой теме они уже давно. Они знают, они опытные, они знают, как, что нужно делать для того, чтобы компания хорошо и правильно развивалась. Майкл Хатчесон, генеральный директор, человек, который кризис-менеджер, у которого много было различных бизнесов, стартапов, да, которые он развивал, и он никогда в одном из своих проектов не потерял ни свои деньги, ни деньги своих партнеров. Они сейчас у него активно развиваются, и какую-то часть процента он с этого также имеет. Ну и, соответственно, Incruzes – это его страсть, это вот, знаете, когда уже хочешь что-то создать для души, уже не для денег, а для души. Так вот, Incruzes – это для Майкла Хатчесона, это как для души. И Франк Кадина с огромным опытом, это человек, который отвечает за операционный, он еще является у нас операционным директором. Они вместе, они на собственные деньги открыли эту компанию без привлечения дополнительного какого-то капитала. И, соответственно, наша компания настолько финансово устойчиво, что даже если упадут продажи на 90%, компания будет рентабельна. Представляете, то есть у нас очень классная модель, которую создали Майкл и Франк еще 5 лет назад, потому что официальная регистрация компании была 24 августа 2015 года, а заработала компания 16.01.2016 года. И вот они создали, учли практически все. Конечно, коронавирус они не знали, что он будет, но они сделали такую систему, чтобы она настолько она была мобильная, настолько она могла приспосабливаться, что вот мы сейчас с вами, нам не обязательно ехать и делать где-то презентации, нам не надо товар куда-то отправлять, правильно? Нам не надо закупать что-то, чтобы к нам пришло. Мы просто работаем теперь в интернете, мы точно тоже говорим, но только через интернет. Прекрасная модель, за которую мы благодарны этим двум нашим руководителям. Признанная индустрия. Ну, те, кто денег хочет заработать, друзья, те, кто миллионы хочет заработать, это правильная ниша. И ниша наша, это, конечно же, это круизная индустрия. Потому что, во-первых, то, что она сейчас там затишье в туризме, но для нас это не имеет особого значения. У нас люди как платили по $100, они просто не бронируют на лето. Они начинают бронировать уже на осень, на зиму. То есть для нас ничего не поменялось. Но если говорить за доходы, то надо выбирать те ниши, где платят хорошо. А платить вы можете там, где большие деньги. Если мы говорим там, допустим, можем сравнить с пищевыми там добавками, то пищевыми добавками не все люди пользуются. Они могут эти пищевые добавки купить в разных аптеках, магазинах, заказать там что-то. Вот. Но компаний настолько много, что людей, которые пользуются этими продуктами не так уже много, потому что компаний очень много. И на каждую компанию получается очень небольшая часть прибыли. То именно в туристическом бизнесе у вас есть возможность в 600 раз заработать больше, чем в любом другом бизнесе. Это для тех, кто выбирает себе сейчас, где же это заработать. Поэтому нужно идти в ту индустрию, которая в тренде, которая на пике, которой там большие деньги. А в туризме, поверьте, там деньги триллионы долларов. И вот это хотя бы там маленькую крошку с того большого тортика взять, это хватит для вас самих на жизнь, и для ваших детей, и для ваших внуков. А потенциал у нашей индустрии огромный в том плане, что
люди, которые еще не были в круизе, их достаточно много. А в наших странах, так это каждый, ну, я не знаю, там если было 2%, то это будет здорово. По статистике меньше 2. Но так как сейчас уже от инкрузеса поехало достаточно много людей, то может быть сейчас уже около 2-2,5% людей, которые уже были в круизе. Вы можете себе представить, такую, найти такую возможность, который потенциал, которая перспектива, в которой есть деньги, которой не надо быть никаким там специалистом. Чем больше вы путешествуете, тем больше вам платят. Вот вам сейчас та возможность, которую вы можете вести как офлайн, так и онлайн. Не надо открывать склады, не надо вам, ну, где-то, чтобы ваш клиент пришел к вам и что-то купил. Вы можете развиваться в 170 странах, потому что у нас международный бизнес, и вы можете строить свой бизнес в любой стране, где есть наши знакомые, друзья, а может и незнакомые. И веб-сайт наш переведен уже не на 14 языков, а уже на 15 языков. Монгольский уже добавился язык, сейчас турецкий добавляется язык. Наши люди везде живут, и вы можете, те, которые в Италии, наши знакомые, там полно, которые ухаживают за бабушками, там, дедушками, да, они, у нас, кстати, есть эти команды, которые строят также там, в Италии, ну, в других странах, которые также и работают, и строят здесь бизнес. И у них иногда бывает так, что доход в Incruises у них больше, чем то, что они получают за то, что они ухаживают там за теми стариками. Поэтому... Если есть там наши люди, они знают уже итальянский язык, они могут это предложить местным уже кому-то, да, или итальянцы, или немцы, или французы. То есть вы можете развивать свой бизнес в 170 странах. У нас абсолютно нет никаких ограничений. Самое главное, как подводя итог, что 100% наших клиентов, они забронировали круиз, сэкономили 100% своих денег. Вот 100% всех. То есть дешевле это невозможно просто нигде купить. Ну, а бизнес-возможности, они изменили судьбы наших многих лидеров по всему миру. Это однозначно. Вот вам доказательство того, что 12 человек вышли уже на самый высокий доход этой компании. Здесь есть люди с русскоязычного пространства. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина. И также здесь есть уже другие страны. Это и Испания, это Пуэрто-Рико, это Корея, Андорра, Сингапур. То есть это люди с разных концов буквально мира, но они, их объединяет одно. Это вот эта вот любовь к этим круизам и к этим возможностям, которые они делятся с удовольствием и в большом объеме, в большом количестве с другими своими, либо это будут... те же наши какие-то в наших странах или в других странах, да, то есть либо своими гражданами, либо в других странах, но главное это давать эту возможность, и если люди ею воспользуются, то это будет просто замечательно для всех. И совершенно интересная наша бизнес-модель, как я вам уже сказала, настолько совершенная, что даже попав в такую ситуацию, мы просто ее практически не прочувствуем. То, что физически мы сидим, то это понятно. Но то, что мы ведем свой бизнес очень активно, они сидим и не думаем, что же нам делать, что, куда нам бежать, чем заниматься, чтобы зарабатывать деньги. Мы как бы делали, так и продолжаем все это делать. Ну и за вами теперь решение, что вы хотите. Хотите вы поменять свою жизнь или добавить в нее новые краски? Может, вам не нужно менять свою жизнь? Вам и так нравится. Но добавьте эти путешествия, если вы там, вас может бизнес не интересовать. Но добавьте эти путешествия. Вы знаете, вот действительно, они потом в каких-то таких сложных ситуациях, да, и вот таких, которые мы попадаем сейчас, они нас так поддерживают. Либо вы встаете членом клуба, который вы ежемесячно по $100 вы проплачиваете и, собственно, едете в свое путешествие, либо, прошу прощения, вернусь, либо вы встаете партнером нашего клуба, доплачиваете $195 за год,
вы можете уже потом встроить свой бизнес, выходить на бесплатное членство. То есть это уже то, что вы можете приглашать своих людей. Если вы зашли на $100, то приглашать вы не можете людей. Только если вы купили лицензию на то, что вы можете строить этот бизнес. Алина, заплатив в год $1200, я смогу потратить на путешествие 1400 круизных долларов в этом же году. Верно? Да, Алина. А все остальные вас приплюсовываются, вы будете ими, ну, то есть они никуда не пропадают, они просто у вас накапливаются, вы можете их использовать в следующем. Да, все правильно. Через какой минимальный срок я могу поехать в круиз? На 15-й день вы уже можете, Алина, ехать в круиз. То есть 14 дней – это по закону о правах о потребителях дают возможность, если что-то, ну, как вернуть, да, товар, да. То есть вот вы купили себе 200 круизных долларов, вам что-то не понравилось, вы вернули эти 200 круизных долларов и вам вернули деньги. И на 15-й день, если вас, вы не возвращаете, да, то есть это у вас право есть такое. Но если все хорошо, то на 15-й день вы можете уже бронировать свой круиз. Но бронировать круиз за 3 месяца – это условия круизных линий. Мы очень плотно работаем с круизными линиями, и это не всегда зависит, эти условия, от нашего клуба. Это, ну, есть еще условия самих круизных линий, тут мы на них влиять не можем. Поэтому в нашем клубе вот с 15 числа, сегодня там какое, к примеру, 13 плюс 15 – это 28 мая вы можете уже бронировать свой круиз на 28 августа. Вот так, да? Вот. Ну, я думаю, что если даже не 28 августа, то по-любому нужно уже начинать накапливать. Если кто хочет строить здесь наш бизнес, то у вас для этого есть все. У нас настолько все продвинутая система у нас есть, и реферальные ссылочки есть, и электронные почты есть. Вот такая комната, через которую я сейчас провожу презентацию, у каждого есть. Единственное, что она бывает разная, там на 3 человека или на 500 человек, но это уже по выбору, на 3 человека она бесплатная, там это уже платная будет, но главное, что вы будете иметь этот доступ. Есть различные мобильные приложения, ваш бизнес у вас в кармане, друзья, в вашем телефоне, в приложении, ваш бизнес всегда с вами, вы можете это и провести вот такую же презентацию через мобильное приложение и посмотреть, что у вас происходит там в бизнесе, кто у вас зарегистрировался, вы все это будете получать на почту, для, или вам проплатил кто-то денежку, вам упал пассивный доход, вам сразу приходит сообщение о том, что вы получили, вам заплатили, или кто-то зарегистрировался в вашей команде, также вам приходит это на почту. Есть визитные карточки, которые уже готовы. У нас есть все. Вам за это вообще не нужно ничего думать, используйте только и все. У нас есть курсы, где вы можете пройти для того, чтобы минимум познакомиться с тем, что, чем мы занимаемся. У нас есть огромное количество видео, которые по 3-4 минуты, где вы будете иметь представление о бизнесе, об отдыхе, о клубе, о том, что себя представляет компания, о ее миссии, о ее руководителях. У нас есть все. Вот, друзья, все. Поверьте, я была в компаниях, которые нужно было самим что-то создавать. Здесь есть все. Вот за $295. $195 это на партнерскую лицензию, и $100 это за первый месяц вашего членства в клубе. Если вы до следующего своего, вот допустим, 13-го вы зарегистрировали, и до 13 июня вы уже нашли 5 человек себе, которые захотели путешествовать вместе с вами или сами по себе, со своими семьями, то вы уже 13 июня платить не будете. Но тут я вам хочу сказать, что, друзья, не делайте только вот эти выводы, я найду 5, а потом я к вам приду. Во-первых, никто, даже если вы одного найдете, он не будет ждать, пока вы 5 найдете, да? Вот, это если вы его заинтересовали, человек хочет, а вы говорите, нет, ты подожди, потому что я еще там буду 10, там, 15 искать, да? Нет, вы должны начать с себя. Вот ваше решение, вот это и есть ключ к успеху. Вот поверьте мне уже, да, то есть я уже, ну, как бы могу
имею моральное право, да, вам сказать, как нужно, потому что, ну, я уже дошла до определенного уровня. Вот начните с себя. Я заинтересована, чтобы у вас получилось. Поэтому что нужно сделать? Принять себя. Вам это нравится? И не ходить к дяде Ване, к тете Вере, там, к бабуле Маше и не спрашивать, как ты думаешь, мне туда пойти или не пойти? Вы сядьте сами и разберитесь, потому что вы отдаете свое будущее в руки тех людей, которые понятия не имеют, что это такое. Вы просто сядьте и разберитесь, получите все ответы на свои вопросы, и тогда примите решение. И не должна ваша жизнь, ваше будущее, ваш бизнес, ваш отдых вашей семьи зависеть от мнения кого-то. Это только ваше решение. Эти люди, которые вам скажут, нет, не надо, там, не, лучше не надо, да, они же вас не отправят потом в какой-то отпуск. Они же вам не дадут деньги на ту же Кирилловку. Нет, они просто вам сказали, нет, не иди, и все. Они сняли с себя ответственность, но вы-то ничего не получите при этом. Поэтому, когда вы решаете, какое-то принимаете решение, то начинайте с себя. Так, Алина, Диана, покажите, пожалуйста, еще раз табличку, в которой прописан процент перевода долларов в круизные доллары. Так, ну я сейчас, давайте я вот последний покажу, потом я вернусь к нему, да. Значит, многих людей, вот там Надежда, Надежда, если вы здесь, вы нам маякните, если вы дождались конца презентации, маякните, пожалуйста. Переживают люди, что могут потерять деньги. Так вот, в нашем случае никто ничего не потеряет, потому что у нас все денежки, они застрахованы на Trust My Travel. Это то, что вы в любом случае, вы гарантированно получите свою услугу. Гарантированно. Даже если что-то с инкрузес произойдет, вы все равно получите свою услугу. То есть вы круиз получите, потому что за это несет уже ответственность Trust My Travel. Так, скажите, пожалуйста, у кого вопросы еще остались? Может быть, по... Да, гарантия возврата 14 дней. Какие у вас вопросы, если... Я сейчас тогда перейду на ту табличку, да? Сейчас, секундочку. Для Алины. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Угу. Это, да, Алина? Это интересует вас табличка, да? Так, скажите, что в это, что в этой табличке объяснить? Я могу дать вам слово, Алина. Так, Алина, говорите. Алина, говорите. Алина. Алина, говорите. Не получается, да? Вы, наверное, с телефончика, да? Да, к сожалению. Ну, тогда пишите мне вопросик, какой у вас есть вопрос. Прописан процент перевода до... Да, я поняла. Через один вперед. Куда вперед? Сюда? Сюда? Вот это, наверное, да? Это программа лояльности. Я просто не могу понять, куда. Вот этот, да? Так, то есть как мы их используем, правильно? То есть смотрите, за первый год вы можете использовать 60%. Вот вы накопили, вот, к примеру, вы 6 месяцев проплачиваете. Это получается 1200. Угу. 1200, да, вы накопили. Вот 6 месяцев вы по 100 долларов платите. Это получилось 1200 круизных долларов. И вы с этих 1200 вы можете взять 60%. Сколько это там получается? 720, да? То есть вы уже можете использовать 720 круизных долларов.
А остальные из 1200, да, они у вас остаются. То есть сколько получается там? 480, да? Вот, 480 у вас осталось. И вы их используете уже в следующий раз, на следующий свой круиз. Если вы, не бронировали себе круиз в первый год, то вы сразу начинаете бронировать уже 70%. Это, знаете, это так кажется, что первый год там, ну, как бы 60 только процентов. Но они так быстро пролетают, эти года. Вот я уже практически 4 года уже в компании, да, и у меня дочь... Она обычная, просто как клиент, там, не бесплатник, ничего. И она уже имеет 80%. Ей с головой уже хватает, и не просто даже самой поехать, а уже с кого-то с собой взять. Поэтому это будет достаточно. Но если вы, конечно, с семьей будете ездить, да, и может у вас взрослые уже дети, до 12 лет там есть возможность даже бесплатного какого-то там, где-то бесплатно детки на каких-то линиях, да, бывают. А после 12 там, ну, есть и до 16 бесплатно, но там уже нужно это все смотреть, это не везде одинаково. Все зависит от круизных линий, все круизные линии под разными флагами ходят, от разных стран они, поэтому условия разные. Вот. Но вы можете найти там и бесплатно до 12 лет. Но если семья у вас большая, то может тогда взять вам два аккаунта. То есть это вы уже смотрите там по вашей семье, как вам будет удобно. Но я думаю, что и одного даже на первое время этого будет достаточно. Так, вопросы еще есть, друзья, какие-то? Угу. Так, я так поняла, что вопросов... Все, нету, да? Угу. Спасибо вам, Алина, за интерес проявленный. Я думаю, что вы обязательно обратитесь к тем людям, которые вас еще пригласили. Вы с ними еще пообщаетесь, пусть они вам расскажут все, что, может, не поняли вы за эту презентацию. Но главное, чтобы вы разобрались, и это самое главное. Поэтому мы вас приглашаем в наш клуб. Огромное вам спасибо за интерес к нашему клубу. Будем рады, если вместе будем путешествовать. Главное, чтобы было здоровье, почаще мойте руки.